Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня у нас будет краткий обзор сразу на несколько интереснейших позиций, на несколько линеек кухни, кухонных ножей от компании Tutown, представленных в нашем магазине Max Knife Shop. Каждая из этих линеек по-своему примечательна, каждая по-своему индивидуальна. Вот, и начну я, наверное, с вот такого вот комплекта из, получается, у нас 6 ножей, набор от компании Tutown Fermin. Значит, он себя включает, собственно говоря, кирицуки. Потом у нас есть вот такой вот слайсер, он же сашими. Большой сантоку, малый сантоку и овощной нож. Да, и еще накири. Вот, собственно говоря, сейчас я их потихонечку в отдельности покажу и буду рассказывать про материалы и, ну, собственно говоря, почему я решил сделать обзор на эту кухню. Ну, здесь на клинке сталь 41-16, немецкая железка, нержавейка, твердость 57-58 единиц, заявлено производителем. По шкале Rockwell обработка сатин, интегрированный стальной больстер, сквозной монтаж. Далее, здесь у нас стабилизированное дерево, и по центру идет мозаичный пин. Навершие заполировано. Вот обратите внимание. Сантоку. Значит, сейчас покажу вам малый универсал овощной и малый сантоку. Значит, у данных ножей пятки открытые. Режущая кромка идет до конца у всех. Вот. Для многих это является очень важным аспектом. Вот. Знаю лично поваров, которые с такой пяткой работают чаще и больше, мотивируя это тем, что удобнее шинковать. Вот. Ну, кому-то нравится безопасное закрытое. Это уже на вкус и цвет. Но самое примечательное даже не это. А так, на кире обратите внимание. Такая красота. Значит, каждый из ножей комплектуется отдельно своей коробочкой, с ложементом. Вот, и вот так вот складывается. То есть такой некий пенал получается. Вот. Ссылки на все это я оставлю в закрепленном комментарии. В описании будет информация, как у нас и где это все заказать. Самое интересное вообще во всех этих ножах кроется в рукоятке. А именно, ну давайте буду показывать на примере, не знаю чего. Давайте на примере сантоку. А именно, вся фишка заключается в том, что, обратите внимание, рукоятки у них имеют асимметричную геометрию. Вот если мы посмотрим вот так на рукоятку, обратите внимание, то что здесь... Ну, вот такой вот треугольник, да, если спроецировать кривой, он уходит вправо. То есть, когда я его держу в правой руке, вот, он у меня, получается, упирается как раз-таки в ладонь. Мне ж, отчасти это напоминает наш брендовый хамелеон, который делается либо под правшу, либо под левшу. И в правой руке у меня нож лежит еще более уверенно, чем если, например, мы возьмем какую-то классику. Понятное дело, что классика была, есть и будет, но это решение очень интересное, особенно под правшу. Причем, если я беру под левшу, тоже свои интересные ощущения есть. Вот, но больше именно, конечно же, под правшу. То есть, вот эта асимметричная геометрия, она дает более лучшую, более уверенную эргономику. Именно более уверенный хват. Вот такое вот необычное решение, реализовано именно в этой коллекции, в этом комплекте кухонных ножей. Также хочу сказать, что данный комплект есть в комплектации по более демократичной. Значит, здесь на рукоятке идет ABS пластик, такая красная проставочка. Они у нас тоже в ассортименте представлены. Ну и в целом могу сказать, что довольно-таки очень-очень доступные и понятные цены вот у этого комплекта.
Вот сашими. И про фермен более-менее так быстренько сказал, рассказал. Ну, как бы за кухонные ножи долго говорить я однозначно не любитель. Гвоздь программы, даже более интересная история у нас вот в этой шестерке. Ну, также они у нас представлены и по отдельности. Вот, можно брать по отдельности, можно брать сразу толпой их. Значит, здесь у нас кованые цельнометаллические ножи. Это, друзья, ламинат. По центру здесь VG10 на обкладках AUS8. Значит, проставочка красный G10. Основная накладка идет из черной G10. Латунные втулки. Обратите внимание, как G10 здесь обработана. Изумительно. И посмотрите на обработку клинка. К режущей кромке, к подводам, он обработан в зеркало. Значит, вот такой вот малый универсал. Да, если не сказал, VG10, да, и AUS8 по бокам, твердость 60 единиц. Все ножи кованые, это все ламинат. Значит, такой малый универсал, он тоже идет в своей коробочке. Вот так вот с ложементом. Так это выглядит в полностью сложном, закрытом положении, состоянии. Далее у нас идет средний универсал, и на нем тоже я остановлюсь. Сейчас покажу вам немаловажный момент. Обратите внимание на эргономику рукоятки. То есть здесь такая слабо выраженная, но тем не менее бочка идет. Рукоятки очень сбалансированные, тоже открытая пятка с режущей кромкой до конца. Помимо, кстати говоря, удобства шинковки, такие ножи править и затачивать тоже, ну, на мой взгляд, поудобнее. Очень круто смотрится, очень классная обработка, очень плавный такой идет переход в зеркало. Ножи просто бомба, как по мне. Ну и когда вы посмотрите на их цены, вы тоже приятно удивитесь. Вот, и вот такой шеф. Опять же, можно как и адаптировать их на магнит, можно и повесить на крючок. На крючок втулки очень широкие. Вот, то есть, ну, сейчас я покажу. Так, вот у меня... Вот тут он себя очень комфортно чувствует. То есть, скажем так, эксплуатация в быту, моменты его хранения тоже учтены. И в этой же серии три Сантоку. Малый, средний, большой. Сейчас я вам тоже их покажу. Очень быстренько. Они все в масле. Да, классно обработано G10. Все ТТХ, опять же, есть в товарах. Все ссылки, друзья, будут. Такая коробочка. Средний Сантоку. Это все... у маслицы. И большой. Так, а что это, шеф? Большой куда-то пропал. Ну ладно, найду. Собственно говоря, ссылка на него будет. Второй шеф вытащил. В общем, друзья, вот что я хотел вам продемонстрировать, показать. Так что имейте в виду, очень интересная кухня, все эти коллекции новые. Пишите вообще, что вы думаете по рукоятке, по этой эргономике. Очень интересно будет. Делитесь вашими мнениями и комментариями. Ставьте нам лайки. Подписывайтесь на нашу группу в Телеграм-канале. В Телеграме. На наш канал и на группу ВК.
Как обычно, друзья, всем добрых ножей, хорошего реза. До скорых встреч. Всем пока-пока.